Леонид Марков родился в селе Алексеевском, или Алексеевка, ныне Г. Аколь, Акмолинская область, Казахстан, в 1931-1934 году играл детские роли в спектаклях Саратовского драматического театра, где служил его отец, актер Василий Демьянович Марков. Мать Мария Петровна была гримером. В 1945 году вместе со своей старшей сестрой, Риммой Марковой, поступил в студию при Вологодском драматическом театре, где учился до 1947 года. В том же году был принят в студию при Московском театре им. Ленинского комсомола. По окончании студии, в 1951 году, Леонид Марков был зачислен в труппу театра им. Ленинского комсомола, на сцене которого дебютировал еще в 1947 году. В роли Нехода в спектакле «Честь Смолоду» играл Яшу, а позже Петю Трофимова в «Вишневом саде», А. П. Чехова, Петрушина в «Живом трупе», Л. Н. Толстого и ряд других ролей классического и современного репертуара. В 1960 году Марков перешел в Московский театр им. А. С. Пушкина, где, в частности, сыграл Тимофея Рванова в «Поднятой целине», М. А. Шолохова. С 1966 по 1986 год служил в театре им. Моссовета, где запомнился целым рядом ролей, в их числе Арбенин в «Лермонтовском маскараде», Звягинцев в инсценировке романа Шолохова «Они сражались за родину», Порфирий Петрович в «Петербургских сновидениях», Парамануев, М. Достоевского, «Преступление и наказание». После недолгого пребывания в 1986-1987 году в Малом театре, где играл Антипа в пьесе М. Горького, Зыковы, вернулся в театр им. Моссовета, умер 2 марта 1991 года. По другим источникам, 1 марта, в Москве от рака, похоронен на главной аллее Кузьминского кладбища.